Рыжий страж при Арадском дворце кот Ричард появился 2 года назад и практически сразу стал блогером. Бесстрашный сэр с львиным сердцем защищает свой замок от мышиных набегов, выходит на борьбу со снегом и, конечно, лично приветствует гостей. У пушистого рыцаря и наряд подходящий имеется. На ошейнике красуется мальтийский крест, а недавно появилась фирменная жилетка. Кто настоящий модник, так это кот Рыжик из Архангельска. Мастер перевоплощений демонстрирует колоритные образы на любой вкус. От галантного дворецкого, шеф-повара или фермера до русской красавицы с самоваром и сушками. Любимый костюм Рыжика – шляпник из «Алисы в стране чудес». Гламурная кошечка Буся явно поклонница определенной Барби-стилистике. Эта пушистая принцесса любит окружать себя розовыми вещами и комфортом. Однако не забывает про бьюти-процедуры и тренировки. Нужно же ухаживать за такой красотой. А вот упитанный Хосика за своими формами особенно не следит. Но это и помогает ему собирать множество лайков. Самый круглый кот России уже давно завоевал сердца подписчиков и стал героем мемов. Он обожает забираться во всевозможные коробки, играть со шнурками и мячиками и массаж животика. А отдыхает совсем по-человечески. Кот Мостик же предпочитает активный отдых. Хвостатый тревел-журналист радует подписчиков новыми публикациями в своем блоге. Делится туристическими маршрутами, любимыми рецептами и фотографиями из командировок. Но это в свободное время. В рабочие будни шеф крымских кота-новостей Мостик на своем посту.